Ну что, скажи всем привет. Сегодня влог начинается именно с меня. Да. Время у нас 8 часов утра. Мы вышли на первый сон. Да? На улицу. Потому что наш командир спать дома отказывается вообще. Да, жопки? Ну все, не будем баловаться. Не надо, не надо. Все. Уже покушали, да? И будем спать. На сусульку. Все, подстелили пеленку чистую. Сверху сейчас укроемся. Да? Спим без памперса. Только на ночь, получается, мы одеваем. А так он у нас полностью без памперса. Все, будет петь, да? Да. Когда ложусь спать, его качаю, он сам себя укачивает. Сейчас. Все, убираю ручки. Все. Лишние штуки, дрюки. Все. Ой, куча забот. Вот так. Особенно если на руках качаешь, он сразу сам себе. Я говорю, ну вот. Так. По-моему, друг играется. А нам нужно спать. М? Бери пеленочку. Давай. Вот герой, а. Ты что все швыряешь? Вот так пеленку. Все, держи. Все, давай. А-а-а, как ты поешь? Все. Сейчас его укачаю. Вот, вот носок. Но уже не буду одевать, все. Качаю, мне нужно идти на огород. Мы вчера со Славой поливали вечером. Точнее, Слава больше поливал. Что я совсем немножко полила, и Мирослав проснулся. В общем, я увидела, сколько у нас травы. Это просто жесть. Мышкина, там вообще горох. Вот. Поэтому еще вот стирка со вчера у нас все висит. Нужно все это поубирать. Думали, вчера вечером чай сядем. Говорю, Слава, сядем, перебираем. Ну, с пакетиков вытрушиваем. Ну, так и не сделали. Мама переживает за свои помидоры. Мама, с ними все прекрасно, посмотри. Все хорошо. Я только искупалась, еще даже голову не привела в порядок. В общем, почему не снимали 2 дня? Потому что уехали родители, уехал Мишель. Мы остались одни. Вот. Ну, немножко ритм сбился, конечно. Вот. И монтировать, и то, и все. И мы, в общем, я не знаю, хочется и отдохнуть, как бы вдвоем, да, побыть. И в то же время, как бы, работу никто за нас не сделает. Соответственно, за камеру браться некогда было. Сегодня возвращаемся в прежний ритм. Сегодня я смонтирую с прошлых дней видео, где я пробовала работать на мотоблоке. Вот, кто не видел, обязательно пройдите в предыдущее видео, посмотрите. Вот. Еще в планах у меня попробовать на, ну, покосить траву, да, косилкой. Я, конечно, пробовала, но я электро такой косила. На бензиновую я не пробовала. Мышкина, там горох и нут. Желательно, чтобы он выжил. Вот, поэтому возвращаемся. Потому что бабушка с дедушкой, с Мишелем уехали к моему брату в Сочи. Они сейчас там отдыхают. Вот, а мы сами с усами. Вот, так что как-то так. Ну ничего, будем и в этом ритме. Вчера так немножко порядки понаводили со Славой. Вот, Слава новую грядку закультивировал. Вчера тут в хозяюшку игрался. Все мыл, драил. Вот. Наконец-то у порога у своего там поубирали. Ну, чуть позже покажу. В общем, ну, а так еще и поливали. Вот. Покажу, какие разочарования у нас на огороде сегодня, блин. Вчера, точнее, я увидела. Так что будем переделывать. В общем, оставайтесь с нами, не переключайтесь. Я обязательно сейчас уложу Мирославчика и выйду на огород с камерой. Ну, все. Работа наша сделана.
Ну-ка. Все, можно идти. Сейчас осталось найти мне перчатки. Одну нашла. Еще и левую. Мне бы правую. У меня все-таки есть правая рука. Кстати, огурцы. Кто писал, что очень рано посадили, вы были правы. У нас уже цветут огурцы. А вот так у нас в бетоне цветут петуни. Пытались ее пересадить, но ее нереально. Она просто в щелочке выросла и все. Петуния. Редисочка моя. Укроп, кстати, взошел хорошо. Так что нормально. Редиска. Дальше я тут-то не знаю, что. Вот это руккола. Вот руккола. Рукколы хочу докупить еще и прям хорошую-хорошую грядку рукколы сделать. Потому что рукколу мы любим. Вот так. Где-то я вчера здесь зорьку садила. Может, здесь бросила перчатки. А, кстати, вот моя маленькая тяпочка. Она мне тоже нужна. А, вот, увидела. Увидела. Все, я ушла с вами. Вот, кстати, морковка у нас вот в таких ячейках посажена. И она уже проросла. Где по одному, где по два я садила. Проросла. И руккола тут тоже выросла. Вот, всякие там редиски. Еще дайкон надо посмотреть. Сегодня, может быть, залезу как-то сюда. Вот тут траву хочу вырвать. Так, здесь что у нас? Горох лучше. Нут. Нут пока я вообще не вижу. Но он пророс точно. Поэтому должен зайти. А горох прям хорошо рядочками. Рядочками зашел. Это мой айсберг. Растет. Дальше там мама еще по новому способу. Это огурцы какие-то китайские. Прям в скорлупе выращивает. Ну, в общем, посмотрим. Мне пока не очень нравится в скорлупе, потому что оттока влаги нет и очень быстро пересыхает. Но посмотрим на результат, не знаю. Мышандра у нас пузо себе спалила на солнце. Да? Грелась. Так, пойдем. Ага. А это кому делать было нечего, девчонки? Кто перевернул мусор? Конечно же, из вас никто сейчас не признается. Я в компост приготовила. Вот это я улиток кипятком залила. Мышкина, заходи. Посмотри, что они натворили. Мышка, наведи порядок. Девочки бессовестные сегодня. Так. Пока еще слова не придумал. В общем, когда приехала мама, мы разрабатывали вот эту грядку. Вот здесь, получается, у нас посажено вот первые рядки, это лук, потом идет морковь и свекла. Вот, вот свекла в самом-самом конце. Свекла взошла, морковь, посмотрите, все взошло. Я не знаю, ей может быть неделя, может быть 10 дней, и уже все взошло. Вот. А сейчас я покажу свою мега-грядку. Свою мега-грядку, блин. С морковью, которая уже месяц. Ни хрена не взошло. Ребята. Так, это вчера Слава тут лук поливал. У нас там тыквы. Фасоль очень хорошо уже взошла. Вот, смотрите, какая фасоль уже. Вот. Тут уже все. Эту грядку вообще тоже все мама садила. И вот там вот все это мама посадила, нам приехала. Вот. Так что, ну, мы вместе перебирали, копали, но именно садила мама все. И вот эту грядку все посадила нам мама. А вот это ячмень, который Слава садил. Вот такой он уже. Вот там немножечко реже посадил. Вот. Так что потом будет перепахивать. И ячмень, по сути, должен выдавить весь этот сорняк. Посмотрим. Вот тоже весь лук. И вот чеснок. Все стоит, все такое.
Суперская, классная. В общем, травы очень много. Посмотрите, что у нас творится. Там вон ежевика какая уже высокая. Здесь травы очень много. Малина. Смотрите. Я не знаю, где-то вчера вот видела, как от корня вроде бы как начинает. Вот тут ежевика ее заплела. Нужно, короче, все это сегодня чистить. Вот. Картошка, ребята, все уже взошло. Вот картошечка. Все есть. Картофанчик будет. Со Славой решили, наверное, еще купим картошку. Еще посадим. Ну вот, вот это все заросшее. Мне это все бесит. Я не вижу этой малины. Короче, хочу сегодня навести порядок, насколько это возможно. Что за дерево, я не знаю. Здесь вот парень работает, видите? Вот так у него было травы, вот так у него сейчас. Все вручную, все перекапывать. Здесь будут хризантемы. Вот. А вот моя мега-грядка, на которой не выросла ни одна морковка. Вот такой вот казус. Морковку мы садили не семена в грунт сразу, а на туалетную бумагу. Мне кажется, она как в пластике просто, и ничего не взошло. Ничего, ей месяц. Мы столько воды сюда потратили, столько поливали, и в итоге ничего. Поэтому завтра, скорее всего, займемся этой грядкой. Мы ее перекопаем и по новой посажу морковь уже, только сразу в грунт. Без никаких экспериментов, короче. Вот. Столько трудов, говорю. Ну и заодно выровняем грядку, слава богу. Сделаем ее более-менее ровную, а не так, как она у нас сейчас. А сейчас покажу вам еще красоту. Посмотрите, какая у нас уже клубника. Уже беленькая, красивенькая. Вот. Так что, я думаю, что уже скоро будем кушать клубнику. Вот. И хочу навести порядок с кустами. Видите, мои кусты там, вот смородина. Они вообще все в траве. В общем, там тоже нужно порядок. Так что все, ложу камеру, снимать меня сейчас некому. Если Слава подойдет, заснимет, а я буду рвать траву. Все, одно дело сделано. Дорожка, можно сказать, идеальна. Трава. Пошла я, короче, попью чаек еще. Очень жарко, надо раздеваться. Где нашел приманку. Сейчас проверю кабачки тут. Слава все хотел перепахать по новой. Я говорю, для кабачков сойдет. Вообще, это все, получается, все поле будет кабачками. Я надеюсь, что наши куры будут его есть. Кабачок этот. Фух, жарко очень уж. И что? У нас рекламная пауза, скажи, да? Рекламная пауза. Кто-то обсыкушкался, кто-то расплакался, да? Да? Малышочек. Так что все, пока пауза. Сейчас погуляем. А огород подождет. Да? Ты маленький. Ты малышок? Да, да, да. Как бабушка научила делать? Да, да, да. Гуси-гуси, га-га-га. Есть хотите? Да, да, да. И вот только сейчас, в 5 часов вечера, я выбралась на огород. Потому что в обед Мирослав очень мало поспал. Я успела только приготовить кушать и даже не доготовить. Вот, поэтому, короче, мы здесь немножко с ним побыли. Вот, я пыталась там что-то порвать, сюда полезла. Вот, ну как немножко. Так, сейчас покажу, что мы с ним сделали. И все, и пошли домой. Весь день были уже дома. Готовили кушать, убирались. Слава там сегодня вод делал. Ну, пробивал, в общем, асфальт, чтобы трубы проложить. Сейчас покажу, что я тут натворила. Ну, это я вам показала дорожку, то, что сегодня сделала. Немножко вот здесь прошлась, и то не до конца, все, он уже разнылся. Вот, и малину вот пооткрывала.
Ой, господи, что мне с руками? Сегодня я хоть домоюсь. Это через перчатки все равно такое, вот грязь такая. В общем, вот это вот сейчас хочу тоже поделать. Пооткрывать малину. И все, Слава пошел в магазин. Я, короче, не пошла. Говорит, что время терять, я лучше что-то сделаю на огород. Все, а завтра уже займусь, наверное, этой грядкой. Не знаю, брызгать, не брызгать клубнику. Вот там какая-то у меня есть штукенция, уже не помню, как называется, но посмотрим. Еще подумаю. Такого я не ожидала. Я еще не успела ничего сделать толком. Сколько он спит? Минут 40. Ты уже пришел с магазина? А что произошло, Мирослав? А? Ты чё? А кто обсыканный лежит? Чё там? Нормально всё? Ясненько всё с тобой. Всё с тобой ясно. И чё, пойдём траву рвать? А? Траву пойдёшь рвать, Мирослав? Встаёт, посмотреть на мышку. Ого. Все, хватит. Мышка. Ты мне все ноги поцарапала, смотри. Вставай, пошли, траву надо дорвать. Там крапива, знаешь, как жжет руки. Ух! Ух! Пойдем переодеваться.